Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днем». С вами Виолетта Ефименко. 27 февраля страна отмечает День сил специальных операций в России. Это профессионально обученная и технически оснащенная армейская группировка. «Вежливые люди» – так назвали это подразделение крымчане в феврале 2014 года во время возвращения Крыма в состав России. А какие события произошли в городе и регионе, смотрите далее в выпуске. В центр занятости города Десногорска обратилось 7 граждан за содействием в поиске подходящей работы. На еженедельном совещании у главы обсудили текущую обстановку в городе. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 615 сообщений. Управление по делам ГУ ЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Волнительно, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Она не первый раз, не она первый, уже все знает, и, конечно, все будет. Подвиг во имя других. В Десногорске прошла акция по сдаче крови. Было не очень сложно, потому что у меня дочь учится в 11 классе, и я с ней прохожу эти все тесты. Списать не удастся. Десногорские родители сели за парты своих детей. Президент Владимир Путин в этом году выступил с новой программой «Устойчивое развитие сельских поселений». Программа рассчитана на открытие новых домов культуры, медицинских учреждений, школ, детских садов на селе. Губернатор Смоленской области активно включился в процесс. И вот уже в деревне Болтутино Глинковского района произошло важное и радостное событие. Творческие коллективы местных жителей выступили на сцене в новом доме культуры. Долгое время почти 800 односельчан не имели постоянного места встреч для проведения праздника и торжественных событий. Детям негде было заниматься в кружках. Специально на строительство нового ДК на Болтутинцев Министерством культуры России выделили 14 миллионов рублей. 26 февраля представители социальных инфраструктур Десногорска отчитались о проделанной работе за неделю. Какие темы затронули на совещании, смотрите в сюжете. Закончились плановые работы по замене лифтов в первом и четвертом микрорайонах. Начата процедура приема сдачи. Также ведутся работы по замене лифтов во втором микрорайоне. Временное ограничение в пользовании лифтом в связи с их заменой прошу жителям воспринять адекватно. Спад заболеваемости ОРВИ медики не отмечают. За прошедшую неделю этот диагноз выставлялся 421 раз. Зафиксировано 2 случая пневмонии. 6 человек отправились на больничный с диагнозом грипп. Спортивная жизнь после завершения карантина вошла в свое обычное русло. 2 марта стартует лыжный марафон 100 километров за 24 часа. Также на эти выходные запланированы финальные игры Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. 5 марта в 18:00 на базе Центра культуры и молодежной политики состоится мюзикл «Золушка» в рамках празднования Международного женского дня. Справки по телефону 324-55. Уровень зафиксированной безработицы в городе составляет 0,57%. В центр занятости города Десногорска обратилось 7 граждан с содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроено 4 человека. В обычном режиме продолжают работать службы ГИБДД, спасатели и пожарная инспекция. Муниципальная система оповещения во время проверки сработала в штатном режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. 100-летний юбилей отметила Смоленская транспортная полиция. Ее сотрудники ежедневно стоят на защите грузов и пассажиров поездов. Они расследуют преступления, которые совершают на железной дороге. Грабежи, кражи, убийства, незаконные перевозки оружия и наркотиков находятся под пристальным вниманием транспортных стражей порядка. В честь профессионального юбилея сотрудникам линейного отдела на станции Смоленск вручили благодарственные письма от губернатора Алексея Островского, руководства города и начальника управления. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГУ ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГУ ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 3 раза. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 615 сообщений, из них 232 ложных. Поступило и отработано 8 просьб от населения. В
Смоленске продолжается предвыборная гонка на пост мэра города. Так, из 11 соискателей во второй тур прошли только четверо. Это бывший вице-губернатор Андрей Борисов, безработный Александр Корончик, энергетик Андрей Михаленков и заместитель главы Смоленского района Андрей Ярославцев. Кандидаты уже прошли индивидуальные собеседования с комиссией. Имя нового главы Смоленска объявят 1 марта. Бескорыстная помощь – высшая благодетель любого сознательного гражданина. Один из способов совершить добрый поступок – сдать свою кровь нуждающимся. О волнительной, но такой важной процедуре расскажем в следующем сюжете. 26 февраля в МСЧ номер 135 Десногорска прошла донорская акция. Врачи больницы совместно со специалистами из Смоленского центра крови встречали всех желающих совершить добрый поступок. С каждым годом движение доноров в Десногорске увеличивается. Студенты, люди старшего поколения и просто все неравнодушные активно пополняют банк донорской крови Смоленской области. Одна из главных мотивирующих причин – бескорыстная помощь другим. А для кого-то примером служат близкие и родственники. У меня сын, ему 22 года, он сдает тоже кровь. Правда, когда учился, вот сейчас он в армии, это вместо него. Еще можно позаботиться и о собственном здоровье. Доказанная польза донорства состоит в том, что организм человека при этом омолаживается и самообновляется. А продолжительность жизни доноров становится в среднем на 5 лет дольше по сравнению с другими людьми. Но есть ряд постоянных и временных противопоказаний, при которых донация запрещена или не рекомендуется. Постоянные, так сказать, метод воды, это который ВИЧ-инфекция, гепатиты, значит, вот, и еще ряд инфекционных заболеваний, вот. И есть такие временные, допустим, ОРЗЭ, такие заболевания, которые, значит, доноры должны приходить через месяц после выздоровления. Как и любое благое дело, донация сопровождается волнением и некоторыми переживаниями. Волнительно, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Она не первый раз, знает, и, конечно, все будет. Десногорск – один из важных и стабильных поставщиков крови Смоленской области. Жители города регулярно вносят свой вклад в здоровье региона. Десногорск у нас является таким, скажем, кадровым центром, где доноры сдают кровь регулярно. Это очень важно. Десногорский день донора помог собрать около 40 литров крови. Для этого потребовалось участие 80 неравнодушных жителей города. В том числе благодаря им потребность региона в необходимом для жизни материале полностью обеспечена. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Для жителей Смоленска, в частности промышленного района, скоро откроется кабинет врача общей практики. Нежилое помещение по адресу улица Шевченко, 71, депутаты городского совета рекомендуют передать на временное и безвозмездное пользование консультативно-диагностической поликлинике номер 1. Здесь планируют оказывать услуги стационара, неотложной помощи, вакцинации, диспансеризации. В кабинете также будет работать врач-педиатр. Родителям, педагогам и воспитателям предоставилась возможность проверить свои школьные знания. 26 февраля они собрались в школе номер 1 для сдачи единого государственного экзамена. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит эту всероссийскую акцию уже третий год подряд. Чего ждали взрослые от экзамена, смотрите далее в сюжете. Никакого волнения. Все участники решительно настроены сдать экзамен. Сюда пришли все, кто захотел проверить свой уровень знаний по русскому языку. 11 класс я закончила с единственной пятеркой, это как раз был русский язык, и поэтому, когда я узнала, что именно по русскому языку, ну, решила попробовать. Мой ребенок, Диана Байбалина, является ученицей третьей школы, и в следующем году она будет сдавать ЕГЭ. Поэтому я хотела бы пройти вперед своего ребенка и посмотреть, как это, чтобы потом, в будущем, ей как-то, наверное, напутственные слова какие-то давать. Условия были максимально приближены к реальной сдаче ЕГЭ. Перед началом экзамена родители прошли регистрацию. В специально подготовленных классах их ждали индивидуальные номера участников. Они проверили комплектацию выданных заданий и приступили к тестированию. Экзамен для родителей проходил в упрощенном варианте, поэтому на выполнение заданий им отвели всего один час. Особых сложностей при сдаче ЕГЭ у участников не возникло. Было не очень сложно, потому что у меня дочь учится в 11 классе, и я с ней прохожу эти все тесты. Ну, сочинения сложновато писать, конечно. Мне кажется, вот надо на это больше делать упор в школе, потому что очень сложно выделять проблему, главную мысль. Вот. Ну, а так, в общем-то, несложно было. Эта акция позволила родителям погрузиться в атмосферу итоговой аттестации и увидеть технологию проведения экзамена изнутри. Они смогли испытать те эмоции, которые испытывают дети во время сдачи ЕГЭ.
После проведения в этот же день будет проводиться проверка экзаменационных работ, и результаты можно будет узнать в Комитете по образованию 1 марта. Для взрослых набранные баллы, конечно, не важны. Главное, чтобы высокие результаты смогли показать их дети. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В выставочном зале торгового центра «Феникс» проходит выставка декоративно-прикладного искусства. Свои оригинальные работы представляют рукодельницы, мастерицы из Смоленска и Десногорска. В экспозиции представлены авторские украшения из камня, сладкие букеты, иконы, текстильные куклы. Все работы уникальны и выполнены вручную. Посетители ждут с 8 утра до 6 вечера. Посетить выставку можно до 7 марта. И коротко о погоде. 28 февраля в Десногорске пасмурно. Возможен небольшой снег. Днем плюс 1, ночью до минус 2. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desna-tv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей.